Всем привет! Вы на канале iModelist, и с вами я, Виталий Новиков. Сегодня хочу вам очень кратенько показать, без каких инструментов я бы сейчас не обошелся при сборке сборной модели. Их на самом деле очень и очень немного. Особенно мало инструментов, которые я назвал бы любимыми. Но такие есть. Начну с клея. Клея, в общем, у меня около 20 вариантов, но выделю 3 из них, которыми, в принципе, всегда пользуюсь, и этих трех вполне хватает. Первый из них — клей фирмы Rebel. Наверное, самый удобный из ассортимента этой немецкой фирмы. Самый удобный в этом флаконе — это длинный носик, который можно залезть почти везде. Но зажигалка должна быть всегда под рукой. Клей в носике через некоторое время затвердевает. Клей номер 2. Текучий клей от фирмы Tamiya. Главное в нем – это удобный флакон, удобная кисть и что клей схватывает детали, ну, почти мгновенно. Третий флакон – это совсем новый, только начал им пользоваться, и мне он, ну, очень понравился. Клей, застывающий от ультрафиолетовых лучей. К нему нужен фонарик соответствующий и много-много вот таких аппликаторов. Клей данный очень легко обрабатывается, и к тому же он прозрачный. Для прозрачных деталей вообще милое дело. Производитель — фирма DSPI из Китая. Клеим все. Дальше я бы не обошелся без кусачек. У меня они от фирмы Tamiya. Классные. Кусают только пластик. Нож также фирмы Tamiya. И много-много лезвий для них имею. Лезвие, кстати, перепаковка фирмы Olfa. Микродрель также фирма Tamiya. Пользуюсь редко, но случается периодически. Есть микродрель и побольше размером. Обхожусь ей нормально. Производитель Jazz. Скрайберов у меня 2. Первый снова фирмы Tamiya, но он мне не нравится. Я им не пользуюсь. А пользуюсь я скрайбером фирмы All Models. Скрайбер, к сожалению, сейчас уже не выпускается. Но он очень удобный. И ручка прекрасная. Да и сама режущая поверхность просто великолепна. Надфили у меня тоже много, но пользуюсь я вот таким набором. Он какой-то японской фирмы, какой не помню. Они маленькие и очень и очень удобные. В каждом наборе по 5 штук разной формы. Но, честно говоря, постоянно пользуюсь только одним плоским. Миллион пинцетов имеется у меня, все разные формы и для разных целей. Вот звезду использую только деталь придержать при покраске, его не жалко. Для других целей есть и получше, конечно. Tamiya-вским отогнутым очень удобно держать декали. Отогнутый обратный удобно клеить детали. А вот и самый любимый, прямой, тоже какой-то японской фирмы. Ну я прям обожаю его. Миллиард маскировочных лент. Отличается в основном размером, ну, шириной вернее. Фирма для меня не важна, все примерно одинаковые на практике. Синий предназначен для прямых линий, а вот этот прозрачный вообще идеальный для нанесения расшивки. Как вы, наверное, знаете, что я сейчас собираю Мрию. Так вот, именно этот инструмент я сейчас использую на 90% своего времени при сборке. Это наждачные губки фирмы DSPI. В каждом наборе по 5 комплектов разных абразивов губок. Они шикарные. Прекрасно работают и на сухую, и с водой. Почти неубиваемые.
Самое нужное, ну как по мне, это абразивом 180. 600 и 800 также очень часто используются. Ну и шлифовочные, с зернистостью от 1000. Ну и куда же без зубочисток? Никуда. Расходный материал. Как и ушные палочки. Для меня очень комфортные вот такие, ну как бы заточенные. Ватные диски обязательны, очень удобное приспособление для сборки. Вытер и выкинул. Увеличительные очки очень полезная вещь, если что-то делать очень мелкое, ну для мелких работ. Часто использовать нежелательно, конечно, а изредка нужная вещь. Очки у меня фирмы Tamiya. Не забыл и о шпаклевке, без нее никуда. Опять же, в последнее время пользуюсь только этой, фирма DSPI. Шпаклевка быстро сохнущая, это белого цвета, бывает еще и черная. Наносится при помощи такого же аппликатора, как и клей был ранее. Для этой шпаклевки нужен еще акселератор. Обрабатывать поверхность после нанесения можно незамедлительно, в чем и есть главное удобство. Как, впрочем, и точность нанесения при помощи очень тонкого носика. По этой вещи не скажу, что прям обойтись не могу. Но времени экономит очень много. Шлифовальная ручка фирмы, опять же, DSPI. То же самое, что и аппарат предыдущий, только от фирмы Galaxy Model. Я использую его как бормашинку, но функционал одинаковый. Ну и конечно не забыл о аэрографе. Компрессор, как вы понимаете, тоже имеется. Компрессор Jazz. Аэрограф вот такой, совсем недорогой, но он меня на данный момент более чем устраивает. По кистям для тонких работ использую набор от фирмы Minivo Paint. Естественно, что есть и много-много дешевых кистей, ну которые не жалко выкинуть. Ну вот из основного это все. Обзоры надоели мне, решил снять про инструменты. Чем вы пользуетесь? Без чего вы не можете заниматься хобби этим интересным? Поговорим в комментариях. До скорой встречи. Ваш я-моделист и я, Виталий Новиков.